Какое прекрасное видео. Добрый день, друзья. Сегодня у нас тепло. Скоро лето. Давайте просто этому порадуемся. Вообще, сегодня я решила вам показать свою новую бижутерию. Эта идея видео мне пришла совершенно неожиданно. Я обожаю бижутерию. И на самом деле, кто-то мне писал, что не хватает видео про шопинг. И скоро будет некоторое видео с примеркой. Где-то во влоге, но не совсем скоро, на самом деле, оно будет. Мы ездили недавно на шопинг. И на самом деле, я не купила ничего, кроме сережек в итоге. И... Короче, у меня начался новый фетиш на определенного рода сережки. Поэтому я их немножко тут прикупила и хотела вам их показать. И показать еще несколько пар сережек, которые мне тоже подарили. Короче, я думаю, что среди вас еще остались... как это называется? Маньяки чего? Аксессуарные маньяки, назовем это так. Поэтому сегодня покажу сережки, которые я приобрела и которые мне подарили с того момента, как я сейчас уже 2 с небольшим месяца в России. И покажу сережки, которые сейчас, во-первых, в моде, а во-вторых, которые мне безумно нравятся. Короче, давайте начинать. На самом деле, я поняла, что у меня не самый удачный маникюр для съемок, потому что его пора уже менять, ну, так что извиняйте. Итак, сережки номер 1. Вот такие вот. Мне их подарила мама. Они меня ждали, когда я вернулась сейчас из Нидерландов. Это единственные сережки, которые в серебристом цвете. Сейчас собачки будут тоже чувствовать лаять. Они такие типа зайчики. Один обычный зайчик, второй как бы подмигивает своим ушком. Сейчас покажу, как они смотрятся на мне. У меня сейчас прекрасные ногти для того, чтобы надевать серьги. Это всегда море удовольствия, радости и нецензурной лексики, как правило. Итак, ухо номер 1. Вот такие вот сережечки сейчас надену. Надеюсь, маме спасибо за серьги. Я не могу сказать, где их купила, точнее, где мама их купила, потому что она откуда-то их с работы принесла. У них периодически, по-моему, приносят что-то, продают на работу. Если я не ошибаюсь, она их купила там. And 5 minutes later я надела вторую сережку тоже. Вот такая вот сережечка озорная. Вот такие сережки очень на каждый день. Нежненькие, мамульчики мои любимые. И, в общем, они такие аккуратненькие, прикольненькие вроде бы как. Нежненькие такие сережки. Следующая сережка, я ее навизуализировала. Я не знаю, точно такая же сережка или похожая. У нас продавалась в Макдаке, до сих пор продаются. Я на них ходила, чуть ли, наверное, не год смотрела. Все время думала, блин, может купить. И что-то никак не покупала, короче. Плюс я думаю, что-то, блин... На самом деле, она стоила рублей 300, я подумала, да, может, чуть больше. Что-то слишком много для одной кафы, можно на Алике заказать дешевле, если честно. Ну, в общем, может быть, она просто недостаточно мне настолько нравилась, что... Я не знаю, почему я ее не брала, даже, честно говоря. Но, в общем, я ее не брала, но на нее смотрела. И потом мы как-то зашли туда с Ксюшей, я купила другие сережки, которые я вам сейчас тоже покажу. И я говорю, блин, вот это кафе, я говорю, уже на нее год, наверное, смотрю. Она говорит, слушай, у меня, говорит, есть, ну, похожая или такая же, не знаю, что она сказала. Говорит, если хочешь, я ее не ношу, я могу тебе ее отдать. Я говорю, давай. И, в общем, так у меня появилась вот такая вот, сейчас поближе тоже сниму кафа, с месяцем, может быть, тут звезды, да, звездочки тут есть. Мне кажется, она не совсем такая, 100%, но, похоже, я обожаю кафы, я их уже очень много лет ношу, они не теряются, появляются, так, родители едут, сейчас будет очень громко, лайк, я так чувствую. В общем, вот такая вот кафа, собственно говоря, по-моему, она ее на Wildberries, мне кажется, заказывала, я так думаю. Ну, или, по крайней мере, что-то похожее можно тоже найти. Следующие сережки, которые одни из моих любимых на данный момент. Я, кстати, смотрю, у меня тут новый челлендж начался про макияжи, и мне, в принципе, сегодняшний макияж очень нравится. Скажите, как вам? Знаете, какой челлендж начался у меня? Челлендж начался следующий. Месяц макияжей Clean Girl. Вот, в общем, сережки такие, сейчас я покажу тоже на себе, мишки. Я на них тоже какое-то время смотрела, и все-таки высмотрела и сходила, купила. Опять же, это у нас тоже в Озерске продается в Макдаке. Ну, по-моему, я их взяла последние, их больше нет. Короче, это мишки, вот, один даже, вот, сфокусировались, отлично. Телефон, камера, я люблю тебя сегодня, спасибо. В общем, прекрасно ассистируешь. Вот такие вот замечательные мишки, и к ним очень классно дополнять те сережки, которые я вам тоже сегодня покажу чуть позже. Давайте померим для начала мишки. Короче, они очень классные, вроде, казалось бы, детские, но при этом стильно выглядят. Я сейчас, на самом деле, конечно, на лето, вот больше на загар, честно сказать, люблю больше золота. У меня были разные периоды времени, у меня очень много золота лежит
Нет, нельзя такую информацию говорить. У родителей настоящих, у меня золотых украшений. А потом я носила, вот когда, знаете, связалась с мужем, потому что у меня обручальное и свадебное кольцо были серебряного тона, но не серебряное, по-моему, у меня была платина, мне так кажется. Или белое золото, я уже не помню. Ну, короче, не суть. Вот. И под них я уже, соответственно, начала больше носить вот серебряного цвета, да, вот такого, короче, вы поняли. Бижутерию или не бижутерию, но, в общем, вот такого тона. И сейчас я снова что-то больше, на самом деле, перехожу на золото, на загар. Я очень люблю золотые украшения. Мне кажется, они уже, который год сейчас опять в моде. И это выглядит, знаете, и аккуратненько, и стильненько. И дорого, как мне кажется, по крайней мере, это, конечно же, мое мнение. В общем, сейчас покажу вам вблизи эти сережки, мне кажется, очень прикольные. Далее сережки, которые я купила недавно, как раз на шопинге в прошлые выходные. Единственное, что я купила со всего шопинга в итоге в Зарине сережки, причем они были на распродаже. Я их снимала для вас, на самом деле, для влога, потом думаю, что я влог снимаю, покажу отдельно. И эти сережки, короче, предыстория. Очень давно искала подобного рода и сережки, во-первых, и во-вторых. Короче, мне очень нравится этот стиль. Когда, знаете, на самом деле я вспоминаю про Майли Сайрус, когда вот этот стиль, когда здесь все уши завешены такими всякими приколюшками. Вот Ники Тьюториалс тоже такие серьги любит. Я давно уже смотрю, я думала, что у них проколы, думаю, надо тоже походу идти и прокалывать. Но я не знаю, потому что, во-первых, можно проколоть не в ту точку, потому что много людей, которые не профессиональные, там врачи какие-то, да, которые прокалывают, могут что-то не туда заколоть. Какую-нибудь там акупунктурную точку, или как называется, и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, не ко всему идут вот эти проколы. Мне вчера только тоже с подружкой обсуждали, что у некоторых все ухо прямо в проколах. Знаете, иногда, когда какой-то classy look, это выглядит не очень круто на самом деле. Поэтому я пока не прокалывала. И тут моя подружка, опять же, Ксюшка, которая здесь у меня самая близкая. В общем, она пришла в такой сережке, я говорю, блин, я как раз такие сережки искала, где-то их взяла. Она, говорит, заказала на Вайлдберрисе. Собственно говоря, потом поехали в Челябинск, и я эти сережки увидела уже в магазине. Надо одновременно их надевать и показывать. Тут в наборе, в общем, идет три сережки. И эти сережки идут вот, они надеваются сверху, очень удобно, и потом они спускаются сюда. И знаете, мне очень нравятся эти места для кафов, это опять же, по-моему, тоже кафы называются они, что, во-первых, здесь толстая зона, на нее не давит сережка. Сережки вот эти сами по себе такие плотненькие, довольно качественно, мне кажется, сделанные. И, короче, ее так просто, так сказать, не снимешь, это уже сняла. Но на самом деле, сравнительно вот этого места сверху, которое узенькое, да, и на нем не так легко задерживаться, то есть вот это место более толстое, плотное, и с него, но все равно нужно приложить усилия, чтобы сережку снять. То есть, мне кажется, оно более безопасное для того, чтобы кафа держалась. Вот. И мне лично очень нравится. Опять же, это не ко всему может подходить. Короче, здесь три сережки. Вот такая, которую я надела, вот такая вот. Кстати. Кстати. В общем, она, конечно, не сюда. Она тоже идет. И вот я их сейчас комбинирую часто с этими мишками. Я вспомнила, что у меня все-таки есть зеркало, помимо камеры. Вот такая вот гирька. Но их еще можно прям много навешивать. Я обычно эту гирьку еще ношу вот такой вот поменьше кафы, но на самом деле не совсем пойму, насколько они сочетаются. Короче, сейчас я вам все три надену и покажу. По такому случаю, конечно, друзья, мне начало немножечко облазить ухо, поэтому если будет видно, не обращайте внимания. В общем, я не знаю, ее, может быть, даже лучше на низ садить, наверх, надо как бы их смотреть, как, знаете, как лучше сочетать. Ну, уже покажу вот вам, как сейчас есть, просто имейте в виду, что, может быть, не сильно сочетается, может быть, ее под низ надо надеть или самостоятельно. Ну, в общем, вот такие вот висюльки. Вот, это потолще, побольше, это поменьше. Еще одни сережки, которые мне подарила мамина подруга. Она говорит, что ей они очень крупные, ей тоже их кто-то задарил. И она решила мне их, так сказать, передарить. Вот такие вот крупные серьги я еще ни разу не надевала. Они какие-то плетеные. На самом деле на лето, я думаю, будут красивые. Я люблю крупные сережки. Они как будто крючком связаны на самом деле. Батьки на волосы, на связи с собой или нет. А тут с камушком и такие вот, короче. В общем, я думаю, они вязаные. Судя по насколько я знаю, вязание крючком. Вот. Никогда не вязала сережки, поэтому не знаю. Первый раз их на самом деле примеряю. Потому что пока еще что-то не знаю. Кстати, я знаю, с чем их надеть. Если на короткое платье, которое давно не надевала, зеленое.
Хотя, наверное, это уже будет перебор. Но, в общем, такие вот крупненькие сережечки. Блестященькие, с камушками. Не знаю тоже, откуда они. В общем, поэтому сказать не могу. Если кому-то понравится, я не знаю. И, друзья, еще одни сережки, которые я сегодня буду распаковывать вместе с вами. И теоретически, наверное, я могу оставить на них ссылочку даже. Хотя не особо люблю делиться. Ладно, иногда люблю, иногда не очень, но, в общем, поделюсь. Это не реклама, если что, я их сама себе заказала. Они на самом деле дешевенькие. По качеству пока тоже я не знаю. Но это как раз-таки, знаете, из той же серии, что золотые, вот те, которые я вам показывала кафы. И здесь их аж 8 штук в наборе. Давайте же мерить, собственно говоря. Итак, первая сережка, вот серожа, вот такая вот. Она, наверное, больше надевается на верхнюю часть уха, хотя их можно, я думаю, раздвинуть. Они довольно такие, знаете, остренькие, уже сравнительно Зарины. Сейчас попробую надеть. Ну, кто-то писал, что они как бы не очень удобные, что уши болят. Я думаю, что придется раздвигать ее, насколько это будет возможно. Короче, сейчас буду мерить. Тут, кстати, есть, друзья, картинка на сайте, вот такая вот. То есть эти сережки должны быть на самом верху. Ну, в общем, по логике. То есть где-то вот здесь вот. Ну, как бы я не знаю, если честно, пока непонятно. Но она очень узенькая. Вроде как нормально, в принципе, держится. Может, я думаю, слетать, конечно, но, в принципе, держится терпимо. Опять же, верхнее ухо, всегда есть вероятность того, что что-то может соскользнуть. Верхнее ухо. Еще одна сережка вот такая вот. Она на картинке идет вот здесь. Но как бы у нее нет никакой иголочки. Поэтому я не очень понимаю, как ее надеть сюда, в ухо. Может быть, ее надеть куда-нибудь вот сюда, как вариант. Но она на самом деле довольно-таки широкая, крупная. Поэтому ну, не совсем понятно. Ее нужно, наверное, как минимум сузить. Что, в принципе, сделать можно, потому что сережка тоненькая. Ну, куда-то вот сюда, что ли, я не знаю. Но выглядит тоже специфически, я бы сказала. Поэтому не совсем понятно. Вот такая вот сережка. Почему мне все время хочется все ставить в нос сегодня? Она на картинке тоже где-то вот здесь. Ну, опять же, наверное, все-таки вот на эти какие-то места, потому что здесь нигде нету дырочек, короче. Поэтому я не очень понимаю, куда ее в итоге надевать. Ну, пусть болтается вместе с этой. Или давайте на другое ухо для разнообразия ее нацепим. Конечно, надо сделать ее тоже поуже. Не совсем понятно, куда ее напяливать. Ну, в общем, куда-то, наверное, можно. Так вот, как-нибудь, я не знаю. Еще одно колечко. Вот такое вот. With diamonds. Нет, не diamonds, pearls. Довольно-таки у него, смотрите, не знаю, наверное, не видно. Широкое расстояние. И оно довольно толстое, соответственно. Наверное, его надо куда-то нацеплять. Вот на уже на эти места. Но оно довольно, опять же, нет, кстати, ничего, прикольно. Вот это колечко, ничего, мне нравится. Оно узенькое, как правильно. Ну да, короче, оно прямо облегает ухо. Но держится вроде бы хорошо. Вот это мне, кстати, пока больше всего, наверное, нравится по удобству и размеру. Еще одно вот такое же. Ну, соответственно, ну, давайте мы его на другое ухо тоже прицепим, что ли, я не знаю. Как бы их очень, конечно, много. Наверное, их можно сочетать с другими. Их даже не видно. Такой вот есть гвоздик один, но он идет без закрывашки, что, конечно, не великая проблема, но было бы приятнее, если бы закрывашка была. В принципе, она так держится. Вот. Как-то так пока что, друзья, у нас все. Так, еще 3 to go. Вот есть самое, наверное, интересное. С точки зрения логики, потому что я не совсем понимаю пока, как его надевать. Вот такое вот. В общем, друзья, я его, конечно, натянула, но для меня это загадка вообще, как его все-таки правильно надевать. Наверное, как-то так. Вроде как держится, но на самом деле есть, конечно, некоторое ощущение на ухе, что что-то на нем болтается. Может быть, его, конечно, посвободнее сделать. Вроде он довольно плотно сидит, короче, не должен свалиться, но...
Не совсем понятно, правильно, неправильно, и, в общем, ну, вот как-то так. Можно, конечно, их было по одной мерить, но я думаю, что уже давайте все вместе так выглядит более fashion and edgy, and... не знаю, как еще, какое слово сказать, в общем, как-то так. На самом деле, уже у меня на ушах есть некоторые неприятные ощущения, хотя, опять же, сколько сережки я уже сегодня перемерила, пока снимала это видео, поэтому, наверное, все-таки вот это, может быть, перевернуть ее на другое ухо, не знаю, короче, надо, конечно, поэкспериментировать. Ну, пока что вот как-то так. Конечно, те сережки из Арины, вот они прям очень удобные, я прям в них влюбилась. Я была рада вот этому шопингу. Единственное, за 300 рублей, они стоили 400, со скидкой вообще были 300. Я была безумно рада, что сережки мне реально, вот я прям была в восторге, я их очень давно хотела. Я говорю, как приятно, когда твои мечты сбываются за 300 рублей. Так, еще одна сережка, вот такая вот маленькая. Ее мне лично хотелось бы надеть, конечно, на это же мое любимое место, но я думаю, что она идет на верхушку уха, потому что она очень с тоненькой прорезью. У меня уже есть некоторое ощущение, что я начинаю глохнуть от сережек. В общем, еле натянула. Ну, не знаю, насколько она удобна. У нее довольно-таки колючие края, хотя она, может, там смотрится и стильно, но достаточно такая простецкая сережка. Конечно, я думаю, к концу дня она будет пипец как колоть. Вот это так и непонятно. Не пришей кобыле хвост, куда ее деть. Я думаю, надо расширить. Кстати, друзья, сейчас для фоточки, для заставки этого видео надела еще свою все-таки зариновскую сюда. Все-таки хорошо они смотрятся. И вот так вот уже, когда все ухо завешено. Но на самом деле что-то в этом есть. Все равно, мне кажется, это прикольно. И осталась у меня одна единственная сережка. И я, на самом деле, налгала наглым образом. Потому что вот этот гвоздик был с застежкой. И эта застежка вот здесь. Что, кстати, очень удобно, чтобы ее не потереть. Значит, мы вставляем этот гвоздик. Ушко. Закрываем заколочкой. Заколочкой, застежечкой. Материмся. Так, застегиваем неправильно, делаем вид, что все нормально. И пристегиваем кафу. В общем, наверх. Лучше это делать в зеркало и показываем, что получится. Что ж, получается такая вот достаточно классическая у нас кафа. Но, в общем-то, в сочетании с теми остальными, я думаю, как-то их можно варьировать. Будет достаточно прикольно. Все равно неплохая, в принципе, кафа. Вообще, конечно, лучше сделать вот одно ухо такое супер завешенное, как вариант, и одно чуть более спокойное. В любом случае, прикольно. Мне лично очень нравится. Так что пишите, какие вам кафы больше всего понравились, какие вообще сережки больше всего понравились, не обязательно кафы. Вообще, любите ли вы, кстати, кафы, напишите в комментариях, потому что далеко, мне кажется, не все их носят. И один, кстати, случайно такой просто лучок, который вот я сегодня решила оставить, совместила сережки свои, которые уже были, с новенькими, то есть сюда вот все новые надела. Вот эту сережку-гвоздик я надела как самостоятельный, так сказать, объект, чтобы она подходила, вот жемчужинка одна здесь внутри. Вот это моя, в принципе, мне, наверное, больше всего она понравилась. Удобство, по крайней мере, из набора. Вот это мои уже старенькие, ну, Зарина и турецкая сережка. Короче, эти мелкие серьги всякие золотистые, их можно совмещать. Даже если у вас потерялась какая-то там одна, если у вас пара, можно их все равно совмещать с другими, потому что сейчас это все модно, стильно, современно и прикольно. Опять же, конечно, не забывайте, что такие сережки сочетаются не совсем. То есть, если это какой-то супер класси лук, какие-то такие сережки очень тяжелые, какие-то вечерние, да, то, конечно, с ними уже может и не сочетаться. То есть, смотрите, чтобы это было, конечно, все в тему и по стилю. Вот, ссылочку вот на эти кафы я оставлю, кому вдруг интересно, все-таки на самом деле отрывают сердце. Anyway, в общем, да, надеюсь, было интересно такое видео, если вам вообще интересно такого рода видео, я знаю, что многие любят, я на самом деле сама уже соскучилась по видео о не только косметике, но и аксессуарах, особенно одежде, может быть, там нижнее белье, не знаю, конечно, хотелось бы снимать их почаще. Пишите в комментариях, буду стараться что-нибудь придумать для вас такое почаще. И до следующего видео. Всех люблю, целую, внимаю. Пишите комментарии, ставьте лайки, шлите донаты, подписывайтесь на мой канал, друзья. И всем красоты, любви и здоровья. Пока.